Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Сегодня в своем видео я хочу рассказать, как я ухаживаю зимой за своими растениями. Так что смотрите до конца, будет интересно. Ну и заместитель, конечно же, мне помогает уже ухаживать за растениями. Растения он не трогает, директор блюдит за ним постоянно. Так что все хорошо у нас. Вы уже знаете, что растений у меня очень много. И растения достаточно все разные. И казалось бы, они все требуют разного ухода. Но мы живем в квартирах, в домах. В основном как бы на улице же редко у нас у кого растут такие растения. Ну, конечно, кто живет на юге, если что. Вот. Так что условия для всех растений у меня одинаковые. И в зимний период я, конечно же, стараюсь, ну, где-то я опрыскиваю, конечно, ну, не сильно, не так часто, ну, может быть, раз в неделю. Я стараюсь опрыскивать свои растения, поливаю я их, конечно, редко. Допустим, вот фикусы у меня вот такие большие, фикусы вот у меня есть и остальные. В общем, все, которые находятся вот в таких кашпо, вот у меня кашпо здесь на 50 литров. Я его поливаю раз в месяц всего лишь. Замиокулькас тоже у меня находится очень в большом горшке. Тоже его поливаю раз в месяц. И знаете, им это нравится. В зимний период растения не любят, чтобы их корни находились во влажном грунте. Так как пол все равно не везде теплый, пол прохладный, тем более первый этаж. И поэтому земля намного дольше просыхает, и этим злоупотреблять нельзя. Ну, конечно же, и водопад мне создает влажность воздуха, так как на улице зима, и, конечно же, работает отопление. Растениям это не нравится. Бугенвиллии, конечно, сейчас я покажу. Бугенвиллии скидывают листья. Конечно же, они у меня и цветут, но они цветут не так, как летом. Но все равно, я просто вижу растения. То есть у них какая-то, знаете, такая, в общем-то, уже и спячка. Такая своеобразная, конечно. Некоторые, видите, вот там белая вообще цветет. Но она цветет, сейчас она не по сорту цветет, она сейчас просто белые прицветники, потому что солнца вообще нет. Бугенвиллии я тоже поливаю все по мере пересыхания грунта полностью даже. Вот у меня даже бывает, что листочки даже вянуть начинают, только тогда я немножко совсем полью и все. Так как, говорю же, солнца не хватает. И земля просыхает не так, и подоконники у нас все равно холодные. И главное правило, это, конечно же, не переливать зимой растения. Их не залюбливать до смерти, можно так сказать. То есть поливом нужно быть аккуратным. Пусть сухая земля будет, это им лучше. И, конечно же, сейчас такое время года, что с пересадками, ну, если только экстренно что-то пересадить, с пересадками тоже, в общем-то, нельзя злоупотреблять. Лучше это делать где-то в конце января, например, когда уже растения начинают просыпаться. И тогда можно пересадками заняться. И с подкормками я тоже аккуратно. Я редко, когда, ну, может быть, раз в месяц там подкормлю цветущие растения и все. А остальные я даже и не подкармливаю. У меня, кстати, вот была экстренная пересадка стрелицы, так как я ее приобрела, и у нее корни прям торчали из горшка. Но я ее, конечно, перевалила, и после пересадки в другое кашпо она себя чувствует вообще хорошо. Я думаю, что у нее даже где-то скоро появится листочек. Вот этот вот у меня просто, я вижу тут утолщение такое у нее появилось.
То есть все хорошо. А то, может, она весной зацветет у меня еще. Кто его знает. И, конечно же, вот хочу еще свои адеши показать. Адениумы, конечно, сейчас тоже отдыхают. Адениумы тоже чувствуют зиму. Ну, конечно, меня выручает подсветка. Все-таки они повеселее с подсветкой выглядят. Малышей некоторых тоже прищипнуло, потому что они у меня раньше стояли в другом месте и стали прям вытягиваться. Пришлось их немножко почикать, некоторые. А так тоже вот пока что, видите, не ахти такие сидят. Ну, ничего страшного, я сильно не заморачиваюсь. Просто у некоторых даже, знаете, то есть я вот их пересушивала так, что у меня некоторых даже каудекс немножко сдулся. Ну, это ничего страшного, в моей практике это уже было. Они очень хорошо потом, когда начинаешь поливать, опять начинают надувать свой каудекс. Их тоже лучше не долить, чем перелить. Потому что если перельешь, то это точно все загниение будет, каудекса и корней, и растение погибнет. Но здесь, конечно, у меня некоторые-то растения и цветут. Опять хочу показать свой абутилон желтый. Ему вообще зима нипочем. Здесь вот ванильный абутилон тоже цветет. Рядом кроссандра. У кроссандры, конечно, меньше цветочков, чем летом. Но все равно цветет. И абутилончик такой прям. Ну, нравится мне очень это растение. Тоже ни по чем ему зима, цветет и цветет. Но все-таки, конечно, и подсветка очень хорошо влияет. И у меня такая радость, очень долго у меня укоренялась вот эта хоя, красотка. И наконец-то она у меня укоренилась. И укоренилась она у меня в контейнере. Хотя, когда я ее покупала, мне сказали, что в контейнере ее нельзя укоренять. И вот она без контейнера, она у меня мучилась, да мучилась, один листик потеряла, и все же в контейнере она укоренилась. У нее уже видны корешочки. Я даже вот здесь ощущаю такой корешочек плотненький, и здесь маленькие корешочки вижу. Так что не всегда нужно верить тому, что написано, или слушать чьи-то советы. Нужно полагаться именно еще на свою какую-то интуицию, на свой личный опыт. Потому что если кто-то выращивает растения, он уже понимает, как лучше укоренять растения. Так что сделаем вывод. Самое главное зимой – это же, конечно, полив. Поливом нужно быть аккуратнее. Поливать по мере пересыхания грунта даже полностью, даже таким растениям, которые как... Алоказия, допустим, взять, да, я тоже ее не сильно переливаю. Я даю ей пересохнуть грунту наполовину, а то и побольше. Я ее лучше опрыскиваю, и ей так больше нравится. То есть алоказия у меня вот такие листики большие. Вот такие, в общем, несложные правила. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!